с вами проработали, вы лучше завязываете лицевой сустав. Теперь давайте объединим эти два сустава между собой одним упражнением. Для этого нужно взять килограммовую гантельку, или я чаще всего своим пациентам рекомендую взять литровую бутылку с водой. Почему бутылку с водой? Если будет появляться боль или дискомфорт во время этого упражнения, лучше вылить часть воды и выполнять это упражнение с комфортным весом. Гантельку же вы уменьшить не сможете. Итак, вытягиваем руку вперед, ладонью вверх. Называется положение супинации. Из положения супинации сделаем резко пронацию. Из супинации резко пронацию. Основная задача – бороться с таким паразитным колебанием, которое происходит за счет инерции, то есть жестко фиксировать руку в воздухе. Таким образом, мы будем прорабатывать наши адаптеры предплечья, а также способствовать укреплению квадратного пронатора. Это такая мышца, которая обеспечивает стабилизацию лучевой и локтевой кости между собой вот в таком положении.